Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Нам безумно приятно играть сегодня в этом замечательном клубе. Это первый концерт нашего дуэта в этом клубе, в новом месте, который нам безумно нравится. Здесь очень вкусная кухня, что очень важно. Здесь прекрасный интерьер. И здесь вы все, очень теплая атмосфера. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы пришли. Этот концерт для нас очень важен, потому что этот концерт является первым концертом нашего дуэта в Москве. Мы уже играли в очень большом количестве разных городов. Но в Москве мы играли только... Кстати, наверное, вообще наш первый концерт. Тоже. Нет, неправильно сказал. Мы начинали где-то, начали где-то полтора года назад, и тогда у нас не было полной программы на целое большое отделение. Тогда мы сделали программу на где-то на час, на 45 минут. Да, и мы сыграли на фестивале специфично. А сегодня это наш именно сольный концерт. Мы уже много раз опробовали его, эту программу опробовали в других городах. И сегодня мы играем в столице. Поэтому нам очень приятно. Большинство композиций, которые мы сегодня исполним, являются нашими авторскими. Это мои композиции, композиция Анны. Но также мы сыграем несколько каверов тоже, которые я отдельно обязательно представлю и расскажу про них. И еще у нас сегодня специальный гость, которого мы тоже объявим чуть позже. Так что получайте удовольствие, хорошего вам вечера, и мы начинаем наш концерт. Спасибо. Thank you.
называлась «Секунти». Вы, наверное, узнали ее. Это композиция Антона, очень известная, которую он сначала сочинил для бас-гитары соло, а потом сделал версию с вокалом. А версия со скрипкой была уже третьей. Вот. А сейчас прозвучит моя композиция, которая называется «В поле». Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Это была композиция Анны, которая называлась «Мой старый друг». И хочется заметить, что мы не используем фонограмму, кстати. Если кто-то вдруг подумал, это все записывается в реальном времени в эту маленькую педальку, которая называется Loop Station. Вот. Фонограммы нет. Живой звук. Спасибо. А вот следующее, тоже не сказать, что сильно веселое, но не моя и не Анна. Это как раз вот первый кавер, который мы сегодня сыграем. Я хочу немножко рассказать про этого композитора. Это совершенно фантастический музыкант, на мой взгляд, по моему мнению. Я очень люблю его музыку. Его зовут Вардан Овсепян. Это армянский пианист, который очень давно уехал в Америку, больше 20 лет. Он живет в Лос-Анджелесе. И у него есть совершенно феноменальный, фантастический дуэт с одной из моих любимых певиц в мире, которую зовут Татьяна Паром. И вот их дуэт для меня является неким примером и источником вдохновения для нашего дуэта с Анной. И некоторые композиции, которые написал я, написаны под довольно сильным влиянием музыки Вардана. И вот одну из композиций мы сейчас сыграем как раз из его музыки. Называется она «Чирина фор Тати». Это посвящение, собственно, Татьяне Паре. Спасибо.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Это очень красивая композиция, принадлежала перу Анны. Называется она «Волшебные моменты». Сейчас у нас снова две кавер-версии композиции Вардана Овсепяна. Да, из каверов мы играем только его музыку и еще одну, которую я приведу чуть позже. И больше ничего. Следующая композиция называется «Жалюзи». Она написана в таком интересном стиле, я бы его назвал кроссовер, или, как мы недавно выяснили, как я недавно выяснил, третье течение. Это помесь классики и джаза. Очень большое влияние классической музыки в этой композиции, но также, поскольку присутствует традиционный момент и джазовые аккорды, это все-таки и джаз в том числе. Вот, «Жалюзи» сейчас звучит. Спасибо. Thank you.
Священник — это тоже песня на основе ирландской народной темы, которую мы играли в бангладешском проекте. Может быть, кто-нибудь тоже видел видео? Thank you.
дальше. Следующая композиция тоже, да, это была моя композиция, называлась она «Наваждение». Я ее очень долго писал, кстати, и начал, спасибо, полтора года назад примерно, до какого-то момента он написал, и дальше у меня просто вообще не шло, я ее отложил в шкаф и не трогал. До того момента, пока мне не представилась возможность записать ее с фантастической певицей Вероникой Сталдер, если кто-то знает, есть такая группа вот эти, Light Orchestra, они, кстати, играют концерт 6-го. Это не очень политкорректно, но тем не менее. 6-го мы играем в клубе «Эссе». Да, Валер? Валер Толстов здесь, он должен быть здесь. Вот там, хорошо. В общем, Вероника — это совершенно уникальная певица. Я просто не мог упустить возможности записать что-нибудь с ней. И вот эта композиция, на мой взгляд, лучше всего подошла под ее фантастический голос. И я был просто вынужден дописать ее. И дописал спустя там больше, чем год. И мы записали, может быть, кто-то из вас видел. Есть эта версия с Вероникой. С Анной эту версию... Этой версии с Анной еще нет, и вы ее слышали. То есть это был, в общем-то, дебют в Москве наш со скрипкой. Вот, а следующая композиция — это некое посвящение наше человеку, благодаря которому мы с Анной познакомились. Наверняка многие из вас знают, наверняка большинство, что есть такой фантастический, гениальный, джазовый, всемирно известный скрипач, который зовут Жан-Люк Понти.
Мне посчастливилось сыграть с ним один концерт около 4 лет назад. Я заменил его бас-гитариста, потому что его бас-гитаристу они дали российскую визу, и нужно было спасать концерт. И Дамиан Шмидт, барабанщик, который играет с Жан-Люком, позвонил мне и спросил, могу ли я это сделать. Конечно же, я сказал, что я могу. Мне выслали ноты, в общем, мы встретились за день до этого концерта, все прекрасно порепетировали и сыграли отличный концерт. Жан-Люк очень потом, очень такое приятное, большое письмо мне написал. Впрочем, это сейчас не важно. Важно то, что я его довольно сильно впечатлил. И потом у Жан-Люка был мастер-класс в Москве, на котором присутствовала Анна. И на этом мастер-классе она ему поиграла. Он очень оценил высоко ее виртуозность и владение скрипкой. И потом у них состоялся разговор, он спросил, играет ли, мол, играешь ли ты здесь какие-нибудь свои концерты. И Аня сказала, что я никого здесь не знаю пока. Потому что Аня, кстати, закончила Московскую консерваторию по классу скрипки. Очень серьезная ситуация. Вот, и как бы Анна не была в этой джазовой тусовке. И Жан-Люк сказал ей про меня. Сказал, что есть у вас один хороший бас-гитарист, который играл со мной. Напиши по ему. И так смешно получилось, потому что мы живем в одном городе, но мы не слышали друг о друге. И вот Анне про меня рассказал Жан-Люк Панти. Это очень знаково, очень приятно, лестно, ценно. И следующую композицию мы сыграем именно его. Она называется «Каракас». Спасибо. Thank you.
Артур Казаров. Что сегодня в зале присутствует мой учитель Олег Королёв, который обучал меня импровизации и композиции. Основатель знаменитой джазовой группы «Коннектор». Я ему очень благодарна. Если бы не он, наверное, я бы играла сейчас в Моцарта. Не то чтобы я его не играю. Тоже неплохо. Thank you.
спасибо вам огромное. К сожалению, наша программа подошла к концу, но у нас для вас есть очень заводная боевая композиция, которая в каком-то смысле является нашим хитом, она многим нравится. Мы ее специально припасли на самый конец. Называется она «Пляска огня», ее написала Анна.